об этом не просил, но мне кажется, что это очень правильно будет вот перед лицом Всевышнего попросить прощения за своих коллег, за тех людей, которые играют рок-н-ролл, и которые почему-то вас до сих пор не поддержали в страшное для Украины время. Ты идешь на чужую войну, и никто у нас не спросил. Я не плачу, нет слез и нет сил. Жизнь у нас с тобой только одна, а зверевший бессмысленный бой. Кто ответит за слезы детей, за безумие взрослых людей? Гибнут мальчики, как снегири, поле мертвых назад не смотри. Мы, участники СВО, услышав про ситуацию с артистами, не поддерживающими СВО, а значит не поддерживающих нас, защитников Донбасса и суверенитета нашей страны, таких артистов, как Диана Арбенина, не должны давать концерты в нашей необъятной родине. Мы, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные, просим об отмене концертов Дианы Арбениной в наших городах, таких как Челябинск, Пермь и так далее.